чего начинается родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. В бывшей жизни было всего два супера у нас. Суперобложка и суперфосфат. И все было четко. Есть суперобложка, сыт писатель. Нет суперфосфата, голодный читатель. Ну, была еще одна, конечно, на всех у нас общая супердержава. Как называл нас потенциальный противник, за способность распить ракетное топливо прямо на боеголовке. Ну вот держава испарилась, осталось от нее только слово «супер». Не рынок, а супермаркет. Не поезд, а суперэкспресс, хотя с тем же запахом туалета. Надежных банков нет, остались только супернадежные, поэтому постоянно не хватает следователей. Выйдешь на улицу, и людей ты не увидишь. На мостовой сплошь супермены, на панели супервумены. Телевидение наше настолько уже супер, что плюнули даже психиатры. Вместо нормального кино супер-боевик для напряжения мозга, потом супер-сериал для разжижения мозга, в промежутке музыкальная пауза, вернее супер-пауза, потому что простых звезд, я уже говорил, у нас уже давно нет. У нас теперь поголовно все супер-звезды. Муравейник суперзвезд, копошащийся у подножия одинокого Кобзона. Суперзвезд этих, конечно, различают. Ну, с трудом, но различают. В основном различают их по грудям. Грудь с татуировкой сквозь дым – суперстар. Диетическая грудка на курьих ножках – супермодель. Там супервикторина, здесь суперигра. Ваши аплодисменты! Суперприз в студию! Поздравляю с супервыжималкой! Что она там выжимает, боже мой? Куда ни плюнь, супер, куда ни доплюнул, элита. Да, элитные подразделения, элитарные клубы, сливочный бомонд, эксклюзивное интервью с элитным ротвейлером, на презентации помойки элитарный состав бомжей. Ночью клубы с ночной, конечно, суперпрограммой. Налево стриптиз, направо шестовой стриптиз. В центре, видимо, для аспирантов. Стриптиз-марафон. Ну, помните, как в Древней Греции. Пока добрался до нужного места, скончался от впечатлений. Суперкачество, суперкомфорт. По нормальному телефону теперь у нас звонит только ФСБ. У остальных сотовая суперсвязь. Идеальная слышимость в зоне прямой видимости. Все супер престижно, супер скорости. Сверхбыстрый курс языка. В 3 дня говоришь по-английски. Потом 3 месяца объясняешь окружающим, что это английский. Поступаю желающих в элитарные вузы с массажем на дому. Суперсеансы здоровья избавляют курения путем голодания, алкоголизма и женщин. Массаж на дому. Суперметодика. Восстановление чакры, склейка ауры. Массаж астрального тела на дому. Супергарантия. Выбираю во властные органы. Нужный орган подчеркнуть. Суперсредство по возвращению мужского достоинства. Апробация на мышах и овцах. И так далее. Супердивиденды, суперприбыли, супербытие, суперсознание. Как жить? Как под толстым слоем этого дикого супершоколада искать хотя бы пару нормальных орешков? Один элитарный способ подскажу. Читать суперписателя Мишина. Или супер Мишина, если совсем эксклюзивно, для вас только. Спасибо большое.